Утро на всем продолжается, друзья, и я готов вас порадовать нашими сегодняшними гостями. Ура! У нас сегодня в студии разместились три очаровательные девушки. Участница театральной мастерской Made in Odessa от продюсерского центра «Эксклюзив» Юлия Римская, Наталья Малиновская и Маргарита Триль. Будем с ними сегодня знакомиться. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Как доехали? Все ли хорошо? Отлично. Немножечко опоздали на 3 минуты, но я думаю, это не считается. Сегодня мы поговорим с девушками о спектакле, о детском спектакле, который вот совсем скоро состоится. Называется он «Колобок возвращения». Да. Или конечно. «Колобок в 21 веке». Да, именно так. Что послужило идеей создания этого спектакля? Ну, в первую очередь то, что нам не нравится официальная версия «Колобка», потому что он заканчивается грустно. А ну, дети любят хэппи-энды, и детям нужно преподносить более таком уже современном виде спектакли, чтобы они на них, ну, обращали внимание, чтобы им было интереснее. Планшеты, интернет, ютуб, все это им гораздо так, больше нравится. И что же вы изменили, если не секрет? Все. Много. Очень много всего. Ну, мотив остается основной. То есть бабушка, дедушка, колобок, он от них уходит, но у него начинаются приключения большого масштаба, практически всемирного. То есть, да. Насколько я знаю, колобок находит себе друзей. Причем современных друзей. Это герои американских мультфильмов, таких как Шрек, Фиона, да? Да? Это правда? Конечно. Да. Белка из ледникового периода, да? У нас еще есть пряня. То есть полный комплект. А я вам скажу по секрету, пряня и колобок, они еще поняли, что они братья. То есть мы, да, провели такую современную совершенно версию. Индийская интерпретация. Да, есть немножечко. Брат, сестра, да, вот как-то так вот. У нас даже наши стандартные персонажи, то есть волк, лиса, заяц, они у нас тоже современные. То есть это каждая из них личность. У них есть уже своя биография, у некоторых даже есть карьера. И они общаются, но в определенный момент они понимают, что колобок им нужен для своих личных целей. Но он от них, конечно же, сбегает. И дальше то есть колобок не настолько глупый, да? То есть он смог раскусить. Это триллер, и волка, и лису всех раскусил, да? Он всех провел, я вам так скажу. Скажите, пожалуйста, вот такое осовременивание различных сказок, в том числе и колобка, и привлечение вот героев современных мультфильмов, это какая-то вынужденная мера? Потому что дети сейчас все-таки больше разбираются в том, кто такая Фиона, кто такая Белка из ледникового периода, и практически не знают, кто такой Колобок. Вы знаете, я думаю, скорее это сочетание приятного с полезным. То есть мы в одно время хотим, чтобы дети учили свою, да, то есть историю, свои произведения знали, но и в то же время как бы мы так, и мы упрощаем задачу, чтобы они там действительно не мучились. То есть, ну почему бы нет? Почему вы взяли за Колобка? Почему не решили, допустим, там ту же самую красную шапочку, да, поставить? Либо Бабу-Ягу? Я думаю, что все еще возможно. Все еще возможно. А Баба-Яга? Она у нас есть. Тоже я есть. Вам не скажу, где, но она у нас Ее есть, теперь конечно, зовут Малефисента. Да. А я Малефисента, но в другом спектакле, да. Скажите, Колобок появится впервые на сцене? Или, скажем так, это премьера или нет? Весной мы ставили Колобка, но он у нас каждый сезон по-разному. Что-то видоизменяется немножко, да, в спектакле? То есть вы что-то добавляете? Новый год — это, конечно же, Дед Мороз, это Снегурочка, это подарки, шарики и все остальное. А весной это был совершенно другой интерпретация другая и другие персонажи. То есть мы каждый раз все меняли. Вот вы сказали о Дедушке Морозе и о подарках. То есть юных зрителей ждут какие-то приятные сюрпризы, да, на спектакле? Конечно. Какие? Я не могу вам всего рассказывать. Ну, приоткройте завесу тайны немножко. Ну... Нужно будет учить стишок, скажем так. Вот банальный подход, да? Вот учить стишок, потом что? Рассказывать о своих каких-то хороших поступках, петь песни. Надо будет или нет? Этого мы не можем сделать, потому что, сами понимаете, это зал, это большой зал. Мы все работаем с микрофонами, хотя многие из нас, артисты, выходят в зал. То есть интерактивные спектакли мы тоже проводим. Но у нас есть такое, как анимационная программа. То есть, там, например, бабушка с дедушкой стоят на сцене и давайте там ручками там, тесто готовить. То есть детки все повторяют, детки могут топать, хлопать. Это все у нас есть. То есть, это все то есть интерактивная часть обязательно конечно, будет присутствовать, обязательно, да, потому что деток нужно, во-первых, сами понимаете, детки, они очень шустрые. Их нужно постоянно как-то немножко останавливать, потому что те же хлопки, они очень сразу так включаются. Какие-то движения. Они чувствуют себя важными, конечно. Они понимают, что если они этого не сделают, то спектакль не закончится или пойдет как-то не так. Они сочувствуют, они переживают, они помогают колобку добраться.
То есть они действительно, они умнички, они молодцы. Очень понимающая публика, на самом деле. Если я не ошибаюсь, у нас есть небольшой видеофрагмент как раз о спектакле. Правда? Да, Весеннего. Мы можем его посмотреть, да, и заодно узнать, как же выглядит Колобок. Очень интересно. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Очень интересный спектакль. Я уже, вот, честно говоря, загорелся желанием туда прийти посмотреть, хоть не ребенок, но тем не менее, знаете, вот во всех нас присутствует маленький ребенок, который хочет вот, почувствовать эту радость, этот праздник. Скажите, пожалуйста, кого вы играете в этом спектакле? Вот вы. Я играю Спанч Боба. Спанч Боба. Губку Боба. Я зайчика играю. Вы зайчик? Да. Прекрасно. А вы? Я лиса. А вы лиса. Да. Скажите, долго репетировали роли? Ну, уже достаточно долго репетируем, да, потому что в «Ростовых куклах» довольно-таки тяжело двигаться, вообще как-то прыгать, бегать, а там это достаточно активно используется. То есть у вас, я так понимаю, что будут не только выступать артисты на сцене, также вот и куклы будут участвовать, да? Да, конечно. И нужно будет как бы взаимодействовать со всем происходящим на сцене, да? Да. Значит, вы играете зайчика. Да, да? У вас какая-то особая роль со словами? У меня особенный зайчик. Ага. Он у меня экстра неординарный персонаж. Он очень подвижный. Он и там, и тут, и там, и тут. Он очень шумный, он очень подвижный. Поэтому мне в этом году досталась очень неординарная роль. Неординарная роль, да? А вы играете лисичку? Лисичку. Лисичку. Особенно будете, наверное, Колобка немножко, скажем так, обманывать, пытаться обмануть, да? Вот. Да. Ну, как мы уже знаем, скажите, мы считаем, что обмануть не получится Колобка. А как вообще шла борьба за... Знаю, что в любом спектакле важно получить главную роль. Как шла борьба за главную роль? Вообще, боролись Колобка. За роли, да? Вот, допустим, есть роль Снежинки у кого-то. Роль Снежинки, человек, который выходит, допустим, там что-то сказал и ушел. У нас главная роль у Колобка. Я вам сразу скажу, никто ее не хотел. А кто играет Колобка? Потому что это круглая кукла. У нас молодой человек, слава богу, Колобка. Ему повезло больше. Да, но он, кстати, очень любит свою роль. Я не знаю, почему. Для меня это непонятно, но вот... Это его, абсолютно, да. Расскажите тогда, когда состоится спектакль, когда ближайший и сколько, в принципе, запланировано? 27 декабря. Три спектакля. 11 часов, если не ошибаюсь, час дня, и три. Вот. Но также 14 ноября у нас планируется еще один спектакль. Января. Ой, да, января. Января, да. То есть на эту зиму у нас 4 спектакля. Спектакли состоятся где? Украинский театр. Украинский театр. Украинский театр. Где можно приобрести билеты? Во сколько будут начинаться спектакли, если уже такая информация? Где их приобрести, честно говоря, я вам на это не отвечу никогда. Ну, театральных кассах, наверное. Ну да, театральные кассы, да. Но билеты пока что еще есть, то есть купить можно их? Да, есть еще. Ценовая политика от и до, скажем так, вот. От скольки? Понятия нет. Вы не в курсе, нет, да? Нет, я не в курсе, да. Честно говоря, вообще не знаю. Творческие люди, мы об этом не думаем. Как-то никогда даже не задумывались. Это прекрасно, когда люди приходят, даже не знают, сколько стоит вход на спектакль. Скажите, пожалуйста, после спектакля можно будет ли детям сфотографироваться с персонажами? Конечно. Как это происходит? Смотрите, у нас даже есть определенное время после спектакля. Практически все персонажи выходят в холл и фотографируются с детьми. То есть обязательно. В холле будет стоять новогодняя елка, да, возле которой можно будет сделать фотографию. Фотографии бесплатные, надеюсь? Да, конечно. Да. Как можно будет потом их получить? На телефон. Ну да, каждый берет свой телефон. Человек поднимает стартап. Я надеюсь... Я думал, что, может быть, будет работать фотограф, да? Возможно, который да. Который сделает качественную профессиональную фотографию. Да, но сами понимаете, что родителям удобнее на свои гаджеты делать фотографии, потому что они могут видео снять, они могут сделать фото, и это не нужно будет как бы отдельные деньги платить. Ну, то есть родителям на самом деле так даже удобнее.
Угу. Понятно. Скажите, будут еще какие-то премьеры у вас в этом году, в этом сезоне? Пока что нет. Пока что работаете над «Колобком», да, вот да, зимний да, сезон отработаете, дальше будете уже да, планировать да, следующие новый спектакли, спектакль, да? Да, конечно. Понятно. А вот скажите, собираетесь ли вы как-то сотрудничать, возможно, с детскими домами? Мы сотрудничаем. Да? Да. 14 января у нас благотворительный концерт. То есть у нас всегда после основных, да, у нас всегда идет благотворительный. То есть концерт будет бесплатный именно для деток-сирот, да? Да, да. А для вот деток из малообеспеченных семей? Тоже делали. Для кого вообще, с кем сотрудничаете, для кого проводите благотворительные концерты? Наши продюсеры проводят для всех сиротских домов. То есть нет основного кого-то, ну, именно привозят автобусами, увозят, то есть... Понятно. Да, вот единственный вопрос, наверное, если, допустим, ребеночек не из детского домика, а, к примеру, вот все-таки он из многодетной семьи, либо вот есть какие-то там, значит, льготы у него, может ли он попасть на этот спектакль? Я думаю, конечно, да, да, конечно. Угу. Смотрите, я вчера участвовала в благотворительной акции «Подарок сироте собери», «Подарок сироте», вы должны слышать были о ней. В общем, и наши продюсеры знали, что я туда буду идти, они предложили, что есть вот еще большое количество, например, билетов, мы можем без проблем провести деток. То есть, если им будет нужно, я обменяла их номерами, у нас все вот здорово. Да, то есть так проводится. Ну что ж, давайте, наверное, пригласим одесситов, маленьких одесситов на предстоящие спектакли. Вот у вас есть такая возможность сейчас. Было бы очень здорово увидеть всех деток, их родителей, бабушки, дедушки. Мы всем будем очень рады. Подарить вам тепло, поделиться, да, частичечкой тепла. Мы вас всех ждем в Украинском театре 27 декабря. Приходите. Вас будут ожидать Дедушка Мороз, Снегурочка, шарики обязательно. И море-море приключений, без которых мы без вас справиться, ну, никак не сможем. Поэтому обязательно приходите, мы вас ждем. Ну, а еще там будет Колобок и множество других сказочных и мультяшных персонажей, которые очень любят наши современные малыши. Ну, я напомню нашим телезрителям, у нас в гостях были участники театральной мастерской Made in Odessa от продюсерского центра «Эксклюзив» Юлия Римская, Наталья Малиновская и Маргарита Триль. Мы вас благодарим за визит. Хорошего спасибо, вам спектакля. Спасибо. И, друзья, не переключайтесь, дальше рекламная пауза, после которой продолжим.